В Березовой роще между микрорайонами Приокский и Конищево прошла встреча представителей северной компании с местными жителями и представителями городской власти. Напомним, что здесь, через дорогу от 52-й школы, строительная фирма намерена возвести одноэтажный детский центр. И люди, прежде чем дать свое согласие на строительство, хотели понять, что конкретно они получат на этом месте. А в этом детском центре предположительно 1500 квадратных метров, до 1500 квадратных метров, кружки художественные, гимнастические, всякие развивающие для детей дошкольного возраста и также школьного возраста. Насколько я знаю, в поселке и в ближайшем Конищево и Приокском таких центров очень мало. Город нуждается в таких центрах, и мы хотим построить такой центр для города. По имеющемуся сейчас проекту возле здания детского центра будут оборудованы уличные площадки, детская и спортивная. А для этого, помимо расчистки заросшей кустарником просеки, потребуется еще и спил нескольких березок. Но волноваться не стоит, компенсационная высадка обязательно последует. Принципы посадки и возмещения в натуральной форме следующие, что зеленые насаждения сажаются не менее ценные, чем сносились, то есть получаются не менее ценные, чем березы. И в районе, в близлежащем районе к месту сноса. Поэтому здесь можно найти форму определенную взаимодействия с застройщиком. Также сейчас представители северной компании выкупают у владельцев гаражи, расположенные рядом с Березовой рощей. Причем делают это даже несмотря на то, что сами гаражи находятся здесь незаконно. После завершения строительства детский центр будет передан в муниципальную собственность. Компания рассматривает этот проект как свой социальный долг перед городом и не намерена на нем зарабатывать. Местные жители после обсуждения, в принципе, в большинстве также высказались за строительство детского центра. Теперь вы, в общем-то, не против, но если это осуществится, так как они говорят. Вот даже мы сейчас стоим, ведь воздух свежий, хороший. Пусть только действительно будет так, как они говорят. Спортивное, оздоровительное сооружение. Окончательно решить, быть или не быть детскому центру на стыке Конищева и Приокского, должны сами местные жители. Общественные слушания по проекту застройки Березовой рощи пройдут в воскресенье 12 октября в 52-й школе-лицее. Представители северной компании пообещали подготовить к слушаниям 3D-модель того, как территория будет выглядеть по завершении строительства и благоустройства.